Быстрее, Искорка! Мы опоздаем на праздник Ночи кошмаров! А? Ты чудаковатый дедушка из дома престарелых Понивилля? Я легендарный Свирл бородатый! Великий творец заклинаний! Ты прочел книгу, которую я тебе дал об истории единорогов? Похоже, что-то важное. Ночь кошмаров погляди и конфетками нас угости! Привет, пони! Отличные костюмы! С праздником, бабуля Смит! Я должна была лечь спать еще 5 часов назад! Пират Пипсквик, к вашим услугам! Это моя первая ночь кошмаров! С тех пор, как ты переехал из Троттингема? Нет, моя самая первая ночь кошмаров! Серьгу! Хватит болтать! Где конфеты? Пинки Пай, ты не слишком взрослая для этого. Слишком взрослая, где конфеты? Нет! Нравится? Да, чудесный костюм, Искорка. Из тебя получился очень забавный клоун. Клоун? Посмотри на края этой накидки. Какая качественная работа. Отличный костюмчик, дедушка. Бородатый – наиболее выдающийся волшебник древних времен. Продюсер Сара Уолл. Он автор более 200 заклинаний. В библиотеке магии Кантерлота даже есть полка, названная в его честь. Затмение Луны. Может быть, мне стоит... Автор сценария Эмма Ларсон, режиссер Джеймс Вути Вутон. Они будут в восторге. А ты, Спайк? Эй, смотри, мы уже пришли. Давай что-нибудь съедим. Искорка, Искорка, посмотри на это! Представляешь? Потом мы зашли к Чирайле, и она дала нам так много конфет! Да, точно! Потом нам пришлось дожидаться бабулю Смиты! Радуга! Это некрасиво! Не волнуйся так, дедушка! Ведь это лучшая ночь в году для проделок! Посмотри на Спайка! Это просто шутка! О, еще одна компания пони! С праздником, Эпплджек! Привет, Спайк! Эй, Искорка! Хороший костюм! Спасибо, я дракон! Она имеет в виду меня, Спайк. С этой бородой ты похожа на деревенского музыканта. Раз вы здесь, как насчет яблочка? Благодарю вас, пони. И добро пожаловать на праздник Ночи кошмаров. А теперь все маленькие пони, собиравшие сладости, должны пойти к нашему другу Зекори, чтобы послушать легенду о лунной пони. Ее устрашающий голос сработал бы, не будь она так одета. Следуйте за мной, и в сей же час о лунной пони вы услышите рассказ. Слушайте внимательно, мои друзья. Все о ваших страхах расскажу вам я. О ночи кошмаров темной и ужасной. О лунной пони, что кажется такой опасной. Мы прячемся под маской в этот час, чтобы спастись от ее глаз. Но лунная пони стремится уничтожить всех, чтоб не осталось для нее помех. И в поисках она неудержима. Когда не видит никого, то пролетает мимо. И если жертву среди пони не найдет, то спасена Эквестрия еще на год. Мисс Зекора, раз
на нас костюмы, которые защищают от лунной пони, то почему мы все еще должны отдавать ей наши конфеты? Отличный вопрос. Давай рассуждать. Лунную пони нельзя обижать. Отдай же ей подарок свой. Тогда не вернется она за тобой! Крошечный городок своим присутствием, чтобы вы могли увидеть истинную принцессу ночи! Теперь зла не существует. Есть только пони, которая жаждет вашей любви и восхищения. Вместе мы превратим этот мрачный праздник в великолепное яркое пиршество! Все это слышали? Лунная пони сказала, что она собирается всех нас съесть! Что? Нет, дети, нет! У вас больше нет причин нас бояться. Вашей принцессе нужны лишь крики восторга, а не крики ужаса. Мадам, принцесса ночи уже здесь. Что с вами такое? Хорошо. Пусть так. Не будет даже традиционного королевского прощания. Я поговорю с ней. Но ты не можешь с ней говорить. Она ведь лунная пони. Это не так. Я видела, как элементы гармонии изменили ее к лучшему. Но ей сложно привыкнуть к такой жизни после тысячи лет изгнания. Принцесса... Здравствуйте, меня зовут... Свирл Бородатый. Достойный костюм. Даже бубенцы на месте. Спасибо. Наконец-то хоть кто-то оценил мой костюм. Я хочу пригласить вас на наш праздник. Меня зовут... Сумеречная Искорка. Это ты применила элементы гармонии и лишила нас силы тьмы! Но это было правильно, ведь так? Конечно! Теперь мы счастливы! Разве не видно? Мне почему-то кажется, что вы на меня кричите. Но именно так разговаривают королевские особы Кантерлота. Согласно традиции, надо употреблять только «мы». И разговаривать с подданными как можно громче! Знаете, это объясняет, почему ваше появление вызвало такую реакцию. Если бы вы смогли изменить своим принципам, уверена, прием был бы более радушным. Изменить принципом? Говорите тише. О, мы отсутствовали здесь тысячу лет. Мы не уверены, что у нас получится. Не волнуйтесь, принцесса. Флаттершай может дать вам несколько ценных советов. Она очень вежливая, скромная, и у нее чудесный голосок. Уходите, угощения закончились! Сегодня я больше не жду гостей! Флаттершай, это я, Искорка. Это ты? И лунная пони? Лунная пони! Подождите здесь. Флаттершай, ты же помнишь принцессу?
очарована! Я тоже. Искорка рассказала нам о том, каким чудесным голосом ты обладаешь. Мы просим тебя научить нас говорить так же, как ты. Хорошо. Начнем урок. Ладно. Нам подражать твоему голосу? Хорошо. Вот так? Отлично, урок закончен. Немного потише, принцесса. А как? Сейчас? Лучше. Да, Флаттершай? Да? Ну, а как? Сейчас? Уже получается. А как сейчас? Да, отлично. Спасибо, милая Флаттершай. Теперь наш спокойный голос наверняка завоюет сердца всех пони. Флаттершай, ты должна спрятать нас. Лунная пони здесь. Она украла голос Флаттершай, и поэтому она даже не может закричать от страха. Нет, дети, стойте! То есть... Нет, дети, подождите. Что ж, принцесса, теперь план Б. Бесполезно, Искорка. Они никогда не любили нас и не полюбят. Моя подруга Эпплджек одна из самых приятных в общении. Уверена, она что-нибудь придумает. Эй, осторожно, мой друг! Эпплджек, принцессе нужен совет, который поможет ей стать нашим другом. Стать другом? Серьезно? То есть, это несложно. Все, что вам нужно, это изменить свое поведение. Не волнуйтесь, улыбайтесь, играйте в игры, веселитесь. Что? Что означает веселье, о котором ты говоришь? Скажите мне, для чего нужны все эти вещи? Нужно попасть пауком в сеть. У вас получится, принцесса. Вашей принцессе это нравится. Да. А как еще можно веселиться? Смелее, принцесса. Ха-ха! В два раза больше веселья! Хотите попробовать выловить яблоко? У нас лучшие яблоки в Эквестрии, принцесса. Прошу вас, зовите меня просто... Луна, дорогая Эпплджек. Вы слышите меня, пони? Теперь я просто Луна. Покажите мне эти яблоки. Мы потеряли его, когда убегали от... Лунная пони хочет съесть Пипсквика! Спасайтесь! Помогите! Меня укусили! Это ложь! Ты цел и невредим, неблагодарный пони! Прошу вас, пожалуйста, не уходите. Давайте все вместе веселиться. Этого недостаточно? Тогда как вам это? Ура! Сколько очков я заработала? Принцесса приказывает вам! Принцесса, помните, нельзя кричать! Нет, Искорка! Королевские особы Кантерлота должны разговаривать с подданными только так! Если вам нравится бояться своей принцессы, и раз вы бесчестите ее этим оскорбительным праздником, мы повелеваем! Ночь кошмаров отменяется навсегда!
нам не повезло. Все было так хорошо. Принцесса довольна, все пони в городе счастливы. А теперь посмотри. Я не смогу примерить праздничный костюм в следующем году. Это еще не конец. Что ты будешь делать? То, что получается у меня лучше всего. Уговорю ее. Принцесса? Оставь меня, Искорка. Принцесса, мне жаль, что все вышло не так, как мы хотели. Но я прошу, поверьте мне, Ночь кошмаров – один из самых любимых наших праздников. Да, я поняла это, услышав крики ужаса убегающих от меня детей. Принцесса... Нет, не кричать, не вопить и не визжать. Понятно? Я хочу тебе кое-что показать. Обещаю, тебе ничего не угрожает, но ни в коем случае нельзя кричать. Ты мне обещаешь? Пинки Пай, ты ведь помнишь принцессу, так? А, предводитель напуганных детей? Ты пришла, чтобы помириться? Она стала другой, Пинки Пай. Она больше не злая. И она вовсе не хочет тебя съесть. Ну, да. А? Я знаю. Искорка, я почти с нее ростом. Как она меня съест? Тогда почему ты продолжаешь убегать и кричать? Но ведь иногда бояться – это так весело. Весело? Пинки Пай, ты гений! Вовсе нет. Я курица. Принцесса, я наконец поняла, почему вам никак не удается понравиться всем этим пони. Прости, что не понимаю твоего оптимизма. Пойдемте, я все объясню по дороге. Ужас! Не думал, что моя первая ночь кошмаров окажется последней. Послушай меня, малыш. В этот раз ночь кошмаров еще не покинула нас. Все сладости быстро положим сюда, и лунная пони уйдет навсегда. Да, мои маленькие пони, не расстраивайтесь. Что за ночь кошмаров без традиционного подношения сладостей? Вы же не хотите, чтобы лунная пони съела вас? О, этот радужный парик все портит. Эй, ребята, ну разве не весело? Прощай, ночь кошмаров. Навсегда. Жители Понивилля, вы принесли мне эти угощения. Я очень довольна вашими подношениями. Я так довольна, что, пожалуй, съем сладости вместо того, чтобы съесть вас. Я не уверена, что поступила именно так, как это было необходимо, Искорка. Давайте подождем. Чего? Подождем криков ужаса? Принцесса, я знаю, что ночи кошмаров больше не будет. Но не могли бы вы вернуться в следующем году и напугать нас еще разочек? Малыш, ты хочешь сказать, что тебе нравится, когда я тебя пугаю? Это очень весело. Страшно, но весело. Правда? Да, ночь кошмаров моя самая любимая ночь в году. Тогда придется вернуть Ночь кошмара! Воу! Вы моя самая любимая принцесса на свете! Ребята, она сказала да! Видите, они любят вас, принцесса. В самом деле? О, это самое чудесное! То есть, это самая чудесная ночь из всех.
Дорогая принцесса Селестия, когда вы впервые отправили меня в Понивиль, я ничего не знала о дружбе. Сегодня я встретила пони, которая столкнулась с той же проблемой. Вашу сестру, лунную пони. Она помогла мне понять, что самое важное в дружбе – это дарить ее другим. И я с радостью хочу вам сообщить, что все в Понивилле теперь знают, если кто-то кажется страшным или даже пугающим, достаточно предложить ему свою дружбу, и тогда вы увидите совершенно новую пони. И хотя мой костюм легендарного свирла бородатого не очень удался, все равно эта ночь кошмаров была самой лучшей.